Всем привет, с вами Стив и Андрей. Привет. И сегодня мы будем заканчивать нашу вот такую вот летсплей. Мы взорвемся. Мы вот взяли С4 и детонатор. Я сделал детонатор. Ребят, кто считает, что летсплей фигня, ставьте лайки. Летсплей — это круто. Сейчас я... Да, так он без модов и маленький был. Ну да. Я сам хотел сделать маленький, потому что с модами неинтересно. Опа, чуть не упал. Вот, я уже... Ну, я уже замуровал. Так, короче, не трогать динамит, который я поставил. Не трогать. Не трогать его. Его нельзя трогать. Так. Сейчас я сделаю босс-баттл. Так, поставлю на паузу и все сделаю. Короче, ребят, из-за кое-кого вот, вот это вот... Андрюша любит ТНТ. Короче, подорвем потом, ну все, остальное подорвем потом. Так. Слышь? Слышь, а ну отдай геймод! Не отдам, все. И да, это все я сделаю. Так, все. Так, я все сделал и. Раз, два. Опа! Ты тупой! Меня убили. Короче, сейчас добьем этого босса и на этом закончим. Взорвать! Бабах! Короче, будем заваливать этого босса в креатив. И я знаю, как это там сделаю. Сейчас его... Меч. Короче, сделай огромную дырку для этого огромного зомби. Огромную, прям огромную, чтобы он туда влез. Хотя, все упрости. Я его уже убил. Короче, сейчас... Я сделаю, ну, такую вот обстановку фэншуй. Так.